главный тренер футбольного клуба «Евпатория» Владимир Владимирович Мартынов. Владимир Владимирович, для соперника это был принципиальный матч. А с каким настроем выходили наши ребята на сегодняшний игру? Кстати, хочу сперва поздравить всех с праздником, День космонавтики, завтрашним днем, День освобождения наших болельщиков, жителей города Евпатории. Что касается игры, мотивация была выход в финал. Для некоторых ребят, это, наверное, для многих в нашей команде, это первая такая возможность была это сделать. Как я говорил, чуть-чуть мы видоизменили состав, дали сыграть ребятам, которые мало получали игрового времени на футбольном поле. К сожалению, некоторые не оправдали моих ожиданий. Будем разбираться. Второй тайм совсем другой. Вышли ребята, дали чуть-чуть скорость. Отсюда пошли моменты, забитые мячи. То есть, хорошо, что так все закончилось. Не до настроя не было. Да нет, какой недострой. Мы ребята сами еще раз понимали, что на кону был выход в финал. И поэтому никакой дооценки не может быть. Я видел по желанию еще раз эти ребята, которые не играли, им надо было доказывать. Поэтому никакой недооценки соперника не было. Сегодня появился Вадим Автаев. Как его самочувствие? Он уже готов играть? Да, это радует, конечно. На тренировках он уже работает в полную, в общей группе. То есть дали ему сегодня время, да, это креатив нашей команды, скажем так. Ждем его восстановления на 100%. Я думаю, он нам в будущем очень сильно поможет. Петр Опарин, как его самочувствие? Петя тоже прошел курс лечения, то есть, надеемся, в пятницу уже будем его пробовать в общей группе. А Дмитрий Клычко? Что с ним? Дмитрий Клычко еще пока у него есть, он чувствует эту натяжение заднего бедра, поэтому пока дадим еще паузу, после Керчи уже будем смотреть. Нам важно его подготовить дальше туда, ближе к Севастополю, к Таврии. Эти игры будем уже рассматривать. Спасибо большое. Спасибо. Вы сказали, что есть в составе те, кем вы остались недовольны, а есть ли те, кого вы хотели выделить? Не, я выделять я не буду личности. Сыграла вся команда. И кто недоволен, я тоже не хочу. Это внутрикомандные дела все мы будем. Единственное, что хочу, конечно, выделить, это, на мой взгляд, молодого парня, это Ярослава Юдина. Это действительно, скажем так, наше будущее. Местный парень практически. То есть он обладает всеми качествами, чтобы играть в хороший футбол. И он это сегодня продемонстрировал. Не только забитым мячом, но и активными действиями сами на фланге. Заработал пенальти с передачи голза. То есть сегодня он действительно показал, что мы в нем не ошибаемся. И прокомментируйте, пожалуйста, замену Александра Мусыпенко в тайме. Ну, Саша чуть не вошел в ритм игры, поэтому выпадал, мы начали терять центр поля, не было подборов, поэтому решил выпустить туда на зиму, чтобы мы чуть-чуть перестроили игру.